Грамоты, дипломы, сертификаты. Хореограф Александра Кудрявцева показывает награды своих коллективов. Уже 5 лет она работает в Доме культуры Нижнегорского района в райцентре. Под ее руководством более 60 детей. Танцоры участвуют в международных конкурсах и фестивалях. Ну, стараемся, где только можно, потому что это весело, это задорно. Вот, и в первую очередь это детей развивает. Они становятся более открытыми, раскрепощенными. Теперь сценография, костюмы, музыкальные номера и рисунок танца засверкают новыми гранями. Для сцены приобретено новое оборудование – 14 светодиодных прожекторов. Их основные преимущества – экономичность, пожаробезопасность, небольшой вес и огромный ресурс работы. Как лучшее сельское учреждение культуры, районный ДК выиграл грант на 100 тысяч рублей. Вот она регулируется, тут вот электроника, все это, и это вот туда вот наверх. Вокалист Александра Лапина репетирует песню. Она одна из тех, благодаря кому ДК выиграл грант. Ведь за грамоты, награды, которые получили в различных конкурсах сотрудники Дома культуры, начисляются дополнительные баллы. Когда мы узнали, что есть такая возможность, что можно получить грант, мы сразу подумали о нашей сцене, что мы должны постараться выложиться на все 100. Я очень счастлива, что благодаря моим наградам Нижнегорский районный Дом культуры смог выиграть этот грант. Структурные подразделения централизованной клубной системы Нижнегорского района уже не в первый раз выигрывают гранты. В прошлом году победителем стал Михайловский сельский дом культуры. На эти деньги было приобретено и аппаратура в Желябовку, в Косточковку костюмы на 105 тысяч русские народные были приобретены. В Михайловку мы приобрели тоже там, по-моему, микрофоны и фотоаппарат. Такую поддержку в рамках регионального проекта «Творческие люди» и национального проекта «Культура» получили всего 15 учреждений культуры в Крыму. Сабина Диниева, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет», Нижнегорский район.